На завтрак овсянка 3 ложки с горкой столовых, одна ножка голени вареная и пол яблока. Завтракаю я сегодня тушеной капустой с луком и зеленью и одним вареным яйцом. Всем привет! Привет! На канале «Сестрицы в теле». Меня зовут Кристина. И Света, мы худеем, я с веса 91. Я 121. Мы живем в Коатихейске. Рост у меня 1,69 м. Да, и 1,76 м. Мы уже нормально похудели, на 13 килограмм похудела. С сегодняшнего дня мы перешли на интервальное голодание. 8 на 16. Это 8 часов мы будем кушать, а 16 часов голодать. Ну, не прям 8 часов подряд кушать, а 3 раза в день и 2 перекуса. Ну, обычное питание. Да, только последний раз будет у нас 5 часов прием пищи. Без вредных продуктов. И мы первый день начинаем это пробовать. Хотим где-то неделю для начала. А потом, если нам понравится, мы сможем выдержать это, вот так питаться 5 часов вечера последний раз. То тогда мы будем продолжать такие. Это... Через неделю мы вам все результаты покажем, именно за неделю. Угу. У нас сейчас начался сезон дождей. Мы, конечно, покажем вам, что у нас на улице происходит. Да, ночью снег с дождем шел, сейчас просто дождик. Ну, даже ливень был, местами. Я ночью просыпалась, слышала. Колено воды. Угу. Кругом такие ручьи текут. Ну, что, мы дома зарядку поделаем. Мы и дома поделаем зарядку, и все равно нам надо будет... Планку, шпагат мы делаем регулярно. Каждый день. То, что там, где 6 упражнений, где 10, надо, смотря по какому этому. Это у нас просто самое элементарное. Да. И самое еще простое, обязательно приседание, пресс. Либо 10 шагов, кто что. Кто что. Когда как. Ну, а так мы еще ходим. У нас куча дел, помимо этого. Да, по шагомеру не меньше 15 каждый день показывает. Надо повставлять опять, что-то я не вставляю. Ну да. Так. Мы просто иногда думаем, что нам что-то надоедает, и мы что-то уже потом не показываем. Но у нас каждый день... Как вот уже 4700, а еще утро. Уже как в мыле. Просто уже у нас каждый день просто практически одно и то же. Если мы будем показывать одно и то же, вам тоже надоест. Поэтому мы что-то бывает вам это не... Мы же будем опять те же упражнения по планке вам показывать. Те же упражнения. Мы будем раз в неделю по планку и показывать и шпагат, чтобы вы результаты наши видели. Ну, насколько меняется. И там упражнения разные каждый день. Да, это здорово. Если кто захочет сами себе скачать, любое приложение по планке, их тоже... Куча разных. И также по шпагату можете скачать. И они тоже все разные, поэтому мы же не рекламируем определенное какое-то приложение. Ну да, любое приложение скачивать. Я теперь начала изучать калорийность многих продуктов. Оказывается, надо крупы измерять, крупы и макароны измерять в сухом виде вес. И от них высчитывать калорийность, пока они не напитали воду. А овощи, наоборот, когда ты их уже потушил, посмотреть уже, потому что у них очень много воды, и получается, они воду эту отдадут, и вот уже на конечном результате. Я этого не знала. Я до этого считала все вместе потом. Ну, наоборот, и в сухом виде, и в готовом виде. По-разному считала. Какие-то разные все время были у меня. И взвешиваешь, ты весы купила, сейчас еще все взвешиваешь. Поэтому потихонечку изучаю. Я же говорила, что после Нового года уже целиком буду показывать, сколько у меня в порции еще. Я вот свое видео буду вставлять, что ем. И сколько у меня сразу же буду высчитывать, сколько там калорий. Класс. Мы еще с девочками договорились, что некоторые там есть, девчата в марафоне не умеют тоже считать калорийность, что мы вместе учиться будем. Потом я тоже скачаю приложение по подсчетам калорий. Но мне интереснее пока так изучать. Каждый продукт, вот я сама себе готовлю, я про него сижу, читаю целую статью, как вареным, как оно, в каком виде, сколько. Мне просто любопытно стало, а если мне любопытно, я это подробно начинаю изучать. Ну, да. Ну, это, наверное, у всех так людей. Сейчас будем пробовать какую-то делать зарядку, может, на улице пойдем, вроде немножечко дождик стих, там бывает, под навесиком можно зарядку сделать, где у нас тренажеры. Угу. Ну, пойдем. Побежали. На обед мы с Кристиной будем кушать
гречку тушеную с овощами, цветная капуста, морковка, лук и салат из редьки с огурцом и зеленью. Занимались, замерзли, пришли домой. Дождика нету сегодня, он шел почему-то до обеда только. Угу. Ну, холодно как-то, так мокро. Ну да, мы в итоге пока контрольное взвешивание делали, поснимали, вот как бы наш мукбанк небольшой, и дождик прошел, нормально мы позанимались зарядкой хорошо. Угу. Но замерзли, сырость сильно большая на улице. Ветер дует, сырость. Сейчас будем кофе пить. Перекус у нас будет кофе. Угу. Кто с сахаром, кто без сахара будет. Я не знаю, кто как. Я буду с сахаром. Я буду с сахаром. Ну, ты еще мандаринку будешь, а я эти свои отруби погазу. Нет, я буду или мандаринку, или киви. Ну, может быть, я боюсь опять, что вот это вот выступит, что у меня тут на щеке было. Ну, тогда не ешь мандарины пока. Поэтому я киви съем. На киви у меня никогда не бывает аллергии никакой. А я похомщу отрубями. Про контрольное взвешивание. Контрольное взвешивание у нас с девочками. Там все хорошие прям отвесы на марафоне. Мне прям понравилось, девочки. Я не ждала. Я думала, что у нас подписывается половину. Как всегда, все худеть бросают в основном люди. Я смотрела статистику, что до конца доходит 20% всего лишь. Я участвовала за 3 в таких марафонах. У нас вот, если было 15 человек, доходило человека 4 только. И то там отвесы, ну, у 2, может, там хорошие были отвесы, 5-6 килограмм. А у остальных там по 500-800 грамм и все. За целый месяц. Угу. А тут прям у всех хорошие отвесы. У нас девчонки молодцы. Ну, видимо, все приходили, которые серьезно хотят похудеть. Ну, да. А не за экспериментами. Угу. Потом мы сами... Ну, у меня более-менее такие отвесы получились. Да хорошо, я довольна вообще.
Про голодание наше. Мы пока ты не голодаем, мы посмотрим, что. А у нас же вообще нет голодания. Это получается до 5, а после 5, ну, в принципе, как ужин. Да. Завтра утром расскажем наши ощущения с 5, что не есть, до ночи. Нам же главное не голодать. Мы до этого-то едим, получается, все равно 8 часов-то есть можно спокойно. Завтрак, обед, ужин. Полноценный завтрак, обед, ужин и перекус, и все это будет. Отлично. Да, сейчас мы там просто и видео монтируем, и, скорее всего, как раз в 5 часов мы со Светой опять выложим, что мы вместе едим. Угу. Я вчера так и поела перед сном. Вот у родителей мы были в гостях, я больше не ужинала, ничего не ела. Так что я со вчерашнего дня начала это голодать. А я ужинала, я же там выложила что-то. Угу. Уже. У меня все дни уже как день сурка перепутались. Оно у меня как-то все перепуталось уже. Так что если на ужин не есть, это нормально, прекрасно. Ну, ужин будет, просто я имею в виду после 5 часов. И оказывается, человеку нужно 21 день, даже как наркоману, выходить из ломки, чтобы привыкнуть правильно питаться. Угу. Всего лишь 21 день. Вообще считается, 21 день нужно, хоть чтобы-то поменять привычку какую-то, любую. Да, и бросить курить, там, бросить абсолютно пить, бросить все. Наркоманить. 21 день, чтобы привыкнуть по-другому питаться, оказывается, всего лишь надо. Угу. И я думаю, почему становится так легко уже что-то себя ограничивать? Я говорю, я если вечером еще хочу есть немножко, я прям немножечко пощелкаю семечек, 20 семечек так щелкаю, считаю себе. Я со сладостями могу как-то себя хоть контролировать. А то, что я не могла контролировать со сладостями вообще себя. А теперь все легче. Если я ела шоколадку, да? То я всю ее ела. А сейчас могу укусить. Нет, теперь легче становится. Сейчас аллергия вообще не ела. Жалко тех трудов, которых ну, да. Вот я сбросила 13 килограммов. Мне уже жалко. Я их могу наесть за 2 недели. Даже за 1 неделю. Да за 1 неделю можно. Если буду с утра до вечера есть, как я раньше ела, то, наверное, за 1 неделю их набила. Конечно, в легкую. А 3 месяца худела. И теперь жалко таких трудов. Даже вот позанимаешься спортом, пришел, уже как-то жалко своих трудов. Да, объедаться и как-то это стимулирует. Я думала, я похудею. Я еще всегда успею похудеть. Я думала, что это так легко и просто. А сейчас взялась по-настоящему, чтобы вес не возвращался назад. Угу. И оказывается, это очень-очень сложно делать. Угу. Ну, у нас все хорошо. Да. Идем вперед. Потихонечку, как всегда. Ужинаю я сегодня куриной печенью, вареной, тушеным кабачком 1/3 и свежим огурчиком. Не стала его солить. Чуть-чуть лука.